которая существует уже на протяжении 3 лет. Эта компания существует 3,5 года, а именно вот как вышла на рынок в январе 2016 года, и мы буквально о ней узнали, наша русскоязычная команда, может быть, через месяц, через два. А лично я вступила в клуб давно уже достаточно, в марте 2016 года, и за это время я уже очень много проехала стран, очень много побывала именно на круизных лайнерах, то есть ну, большое количество раз, 11 раз я была на круизных лайнерах. Поэтому клуб работает, ваши деньги работают, которые вы оплачиваете, которыми вы оплачиваете ваше членство, так что все замечательно. Начну с того, что с помощью клуба вы действительно сможете отправиться в круиз дешевле. Если вообще взять клубную систему, то все, чтобы, все что вы не получали бы именно через клубную систему, оно всегда дешевле. Если вы возьмете фитнес-клуб какой-то, вы возьмете танцевальный клуб, теннисный клуб, я не знаю, любой клуб, да, он подразумевает, что члены клуба оплачивают свои членские взносы, и за счет этого они получают что-то более выгодно, да. В нашем случае вы получите круизы, именно морские круизы, более по выгодным ценам, по более выгодным ценам. Некоторые из вас смогут отправиться в круизы совершенно бесплатно, как путешествуем мы, потому что ну, у нас есть такая возможность, у наших партнеров есть такая возможность путешествовать совершенно бесплатно, а у многих партнеров есть еще возможность зарабатывать во время путешествий. Ну, не совсем, может быть, во время путешествий мы просто знакомимся с людьми, да, а дальше мы уже общаемся с ними, рассказываем, каким же образом можно зарабатывать на этом, на том, что вы путешествуете. Очень интересный еще такой момент, что когда мы поехали в первый круиз в 2016 году, мы очень переживали, я лично очень переживала, как же люди будут без нас. 2 недели мы отправились в путешествие и, собственно говоря, практически не выходили на связь, но очень была удивлена, когда мы приехали, наш товарооборот вырос. О чем это говорит? О том, что вы можете спокойно совершенно путешествовать. Ваша команда, если она правильно, грамотно построена, она будет работать и даже будет как бы улучшать свои результаты. Потому что она смотрит на вас, она смотрит и понимает, что ваши люди смотрят и понимают, что это тоже им доступно, что они точно так же могут поехать в путешествие так же, как и вы. То есть вы это все показываете и доказываете своим собственным примером. Итак, тоже мы такие, мы клуб путешествий, который основан на членстве, как я уже вам сказала, мы оплачиваем членские взносы, какие я вам попозже немножечко расскажу, ну и немножко расскажу о том, с кем мы сотрудничаем. Мы сотрудничаем с 16 круизными линиями, у нас есть прямые договора с этими круизными линиями, практически ни одно турагентство не будет иметь такое количество договоров, в лучшем случае 2-3 максимум круизные линии, да, с кем они могут иметь договора. Именно статус у нас необыкновенный, мы не туристическое агентство, мы именно клуб, который как бы дает круизным линиям и вообще как бы круизам таких клиентов, которые, возможно, и не путешествовали бы по обычной системе, никогда бы даже не задумались о том, что это для них. Вот это очень радует, что когда вы даете людям возможность, которые точно никогда бы не были на круизном лайнере, вы им эту возможность даете, вы говорите о том, что почему это не для вас, это как раз для вас, и это изменит вашу жизнь, это улучшит жизнь ваших близких, вы поедете с детьми, вы поедете с внуками, вы покажете им прекрасный мир, вы покажете им море, вы покажете им корабль. Ну и так далее, да, то есть вот это очень здорово, то есть мы приводим тех людей, которые сами никогда бы не пришли в турагентство и не сказали бы, мы хотим круиз купить на 7 дней, там, за 5000 долларов, заверните, пожалуйста, конечно, нет. Нам приходят самые обычные люди, которые по нашей системе могут, откладывая совершенно небольшую сумму, могут накопить на круиз, причем это не нужно долго ждать, полгода, год, и вы уже окажетесь на круизном лайнере. Ну, самые смелые через полгода поедут, те, кто чуть-чуть побаивается, кому нужно побольше времени, да, для того, чтобы освоиться, они поедут через год. Вот сейчас из Самары поехали 3 молодых человека, которые, конечно же, наверное, никогда бы не были в круизе, и мы за ними наблюдаем, они еще не вернулись, они еще там плавают, иногда фотографии нам высылают, то с Рима, то еще откуда-то,
И такая гордость, такое счастье это приносит вам, потому что благодаря вам эти люди оказались вот в том месте, где они сейчас находятся. Вот такая у нас красивая работа. И что очень важно, лидерская команда, которая за всем этим стоит. То есть, ну, естественно, компания абсолютно официальная, белая, зарегистрирована в Америке. Я думаю, что вы это уже все знаете. В 180 странах по миру. Но вот лидерская команда суперпрофессиональная, имеет огромный опыт именно вот в круизной отрасли. По этой причине мы занимаемся только круизами. Мы занимаемся тем, чем мы профессионалы. В чем мы можем быть лучшими, ну, как бы открывать какой-то бизнес, где вы не лучший, да, где вы не первые, наверное, смысла нет, и поэтому Майкл именно открыл, это наш президент Майкл Хатчинсон, открыл именно тот бизнес, где мы действительно можем быть лучшими. Это классно. Итак, Майкл – это человек, который это все придумал, организовал, шел к этому долгие-долгие годы. И сейчас действительно его звездный час – это его лучшее, наверное, время, потому что у него есть мы, огромное количество партнеров, которые действительно ему преданы, которые идут за ним, которые слушают его и, главное, слышат, да, и все, что мы делаем, да, по его рекомендациям, по его советам, конечно, улучшает нашу жизнь очень здорово. Что меня привлекло именно вот в биографии Майкла, конечно, это то, что он работал с Тони Робинсом. Откройте, прям наберите Майкл Хатчинсон, Тони Робинс в Гугле и прочитайте историю, да, как они начинали. То есть я не буду вам это рассказывать, какое положение было у Тони Робинса, с чего они начинали этот бизнес и так далее. Ну и, конечно, он автор бестселлеров, он ведущий на телевидении программы вот этой вот Dun & Bradstreet, если я правильно называю. И кроме того, как я сказала, у него суперпрофессиональная команда, каждый из этих людей лучший, да, в своей отрасли. Все это тоже можете найти на сайте, я не буду на этом останавливаться. Какое же видение у компании? Компания действительно помогает людям жить лучшей жизнью, чем они жили до этого. Компания улучшает жизнь всех, с кем она сталкивается. То есть мы общаемся с человеком, и когда мы ему рассказываем о нашем клубе, когда мы ему проводим презентацию, мы ему даем вот такую возможность, которой у него не было. Поэтому мы действительно можем улучшить жизнь людей, если этот человек будет открыт, да, для информации. Ну и для того, чтобы вас человек услышал, вы тоже должны стать профессионалом, вы тоже знать должны все ответы на все вопросы. Но вы тоже должны грамотно презентовать наш клуб. Для этого у нас есть презентация, которая у нас в нашем кабинете. Вот сейчас по этой презентации именно провожу, да, по этим слайдам. Поэтому все инструменты у вас есть. Вы все это открываете и рассказываете. И, конечно, мы больше, чем круизный клуб. Я думаю, что вы это уже понимаете. Потому что мы действительно душой и сердцем болеем за то дело, которое делаем и которое начали, да, когда-то. Далее, наша миссия. Мы действительно делаем путешествия доступными, то есть то огромное количество наших партнеров, наших членов клуба действительно никогда бы не отправились в путешествие, если бы не клуб Крузес, если бы не президент, если бы не то, что он придумал, действительно, вот этот классный клуб. Мы даем людям возможность зарабатывать деньги в нашем клубе, и об этом тоже мы поговорим. Мы даем возможность людям посетить те страны, которые они хотят, а не просто то, что по привычке, да, то есть я не буду называть эти страны, они великолепны, я сама там отдыхаю. Но многие знают только дорогу именно в эти, да, близлежащие страны. Вот наши партнеры побывали уже в Буэнос-Айресе, в Англии, в Японии, в Корее. То есть вот я про себя даже говорю, что я тоже была, да, в Буэнос-Айресе еще не была. Но в Корее, в Японии, в Китае, конечно, это все классно, в Америке, на Ямайке, на Гаити. То есть это то, что случилось именно уже с нами. Конечно, я бы там, наверное, никогда бы не была, если бы не этот клуб. А что нужно всего сделать? Нужно просто изучить информацию. То есть не надо никого слушать, не надо никому верить. Вы возьмите, изучите, прочитайте все вопросы, все ответы, все возражения, ну, как бы получите на них тоже ответы.
Будут сомнения у вас, задайте их вашим людям, которые вас пригласили. Но самое главное, примите решение самостоятельно, а не потому, что вам сказали ваши соседи. Они, может, и великолепные ваши соседи или друзья, но они не знают даже того, что знаете вы. Поэтому слушайте себя, слушайте свое сердце, как действительно это все откликается. Хочется быть вам с теми людьми, которые вам об этом рассказали. Ну и вступайте. А потом те соседи, те друзья, которые вас отговаривали, поверьте, когда они увидят ваши первые фотографии из Рима там, или из Гены, или еще откуда-то, они все присоединятся. Просто будьте их чуть-чуть умнее, что ли, да? Будьте чуть-чуть смелее, потому что они, конечно, ну, живут в том мире, где, собственно говоря, в круизы люди не ездят, да? И поэтому им сложно поверить, что вы нашли какую-то компанию, которая вам тут предлагает круизы бесплатно. Поэтому разбирайтесь и слушайте только себя и только свое сердце. Конечно, компания очень серьезно нас вознаграждает за то, что мы помогаем другим людям совершенно жить другой жизнью. Почему круизы? Я немножечко, наверное, ответила, потому что это тренд, на этом можно заработать, раз это тренд, потому что это модно, потому что это супер выгодно, потому что это очень красиво, это элитный отдых, но тем не менее он нам доступный. Вот это очень тоже здорово. Комфортный, да, то есть если вы просто путешествуете по Европе, то вам придется заезжать каждый раз в гостиницу, разбирать чемоданы, чтобы посмотреть Европу. Здесь вы можете посмотреть Европу, передвигаясь вот таким вот образом, да, когда все вместе с вами. Когда вы приобретаете путевку или круизное путешествие, то оно в себя все уже включает, да, и питание, и развлечения, и там какие-то мастер-классы, шоу-программы, дискотеки, сауны, бассейны, тренажерные залы, серфинг у нас был на корабле, ледовый каток, скалолазание, аэротруба, ну, то есть все, что есть на лайнере, оно практически все бесплатно, то есть вы покупаете просто круизное путешествие, и туда же все входит. Очень классно, что вы трижды в день можете ходить в ресторан, конечно, это уже ко времени, то есть в определенное время завтрак, обед и ужин, но также вы можете посещать шведский стол, и там нет практически ограничений, то есть с раннего утра, с 6 утра и там до 9 или до 11 вечера, в зависимости от корабля. И даже вас покормят ночью, представьте себе, да, наверное, ни в одном отеле вас бы ночью не покормили, а здесь вас покормят ночью, потому что вы на корабле, и вдруг вам захотелось кушать, всегда будет работать какая-нибудь пиццерия, какой-нибудь буфет, где все абсолютно будет бесплатно, то есть все включено. Развлечений масса, и мы действительно смотрели и ледовое шоу, наши партнеры были на корабле Мировилья, где у нас цирк Дю Солей выступает, ну, не у нас, а у них на Мировилье, вот, и многие у нас как бы уже с этим познакомились, я лично сама еще не была, но зато я была на настоящем представлении в Лас-Вегасе, где выступал, ну, такая базовая программа именно цирка Дю Солей, это, конечно, потрясающее зрелище, но я думаю, что на корабле это тоже должно быть очень хорошо. И действительно, круизы очень выгодны, потому что за короткое время вы сможете буквально увидеть сразу много стран. Ну, вы отправляетесь, например, в 7-дневное путешествие, да, и за 7-8 дней вы увидите 5-6 стран, и, может быть, даже больше городов, да, потому что иногда мы посещаем несколько городов, когда приходим в какой-то порт. Тысячи и тысячи круизов существует, но, как я уже сказала, у нас 16 линиями договора, и таким образом у нас получается в нашей базе целых 5000 вариантов круизов. Конечно, люди мало знают о круизном отдыхе, ну, хотя некоторые знают, да, и могу привести пример, что в апреле 2017 года мы были, новый корабль был, Princess Cruises, и, значит, компания Princess, и мы... Принцесс, да, называется компания. И мы посетили, когда вот этот корабль, там было 100 человек наши члены клуба, а 300 человек это просто русскоязычные люди, которые услышали о том, что, да, Majestic Princess, все правильно, назывался корабль, которые услышали, уже знают, наверное, уже многократно, может быть, путешествовали о том, что есть такая возможность путешествия, круизные линии. Вот 300 человек русскоязычных было. То есть это уже распространяется, потому что это действительно выгодно. Даже если вы придете, купите просто вот в туристическом агентстве, оно все равно будет выгоднее с теми вообще привилегиями, которые вы получаете на корабле,
Несравненно. Ну а с участием в клубе, сейчас я вам расскажу, что же это такое и какая же у вас выгода от того, что вы будете участвовать в нашем клубе. Вот следующее. Итак, вы оплачиваете $100 вашего членства. Вместо этого вы получаете 200 круизных долларов. Вот согласитесь, что выгода очень даже приличная, да? Дальше. Что происходит дальше? Дальше вы накапливаете постепенно, может быть, там 5 месяцев, полгода, может, 8 месяцев, может быть, год, может быть, полтора, может быть, два, может быть, три. То есть это все зависит от вас. Когда вы захотите их потратить, тогда вы их и потратите. Уже начинать тратить вы можете буквально через 2 недели. То есть никто ваши деньги не замораживает. Буквально через 2 недели вы можете уже приобрести у нас круиз. Конечно, он будет вам не очень выгоден, но в любом случае, используя нашу базу 5000 вариантов, вы найдете очень выгодные варианты. Вот. Единственное, что вы просто будете тогда доплачивать с карты. Поэтому самое выгодное – это выждать какой-то срок, накопить, может быть, ну, хотя бы полгода, например, да. Если это семья из 2 человек, имеет смысл брать сразу 2 аккаунта на мужа и на жену, и таким образом накапливать вместе, потому что тогда у вас будет возможность купить более хорошую каюту, ну, более дорогую каюту, может быть, с балконом. Тогда у вас будет возможность детей взять с собой, да, потому что, естественно, когда вы берете детей, они могут и бесплатно быть, некоторые корабли предоставляют, вот, некоторые корабли не предоставляют такую возможность. Тут надо именно смотреть уже по живой базе. Вот, итак, накопили, идете в нашу базу и приобретаете, где огромное количество круизов, тот круиз, который вам интересен. Для того, чтобы компании это было выгодно, а не просто раздаривать первому встречному, как говорится, сразу там 100% денег дарить, да, ну, то есть вы положили 100, получили 200, да, практически получается, что плюс 100%. Вот, для того, чтобы компании было это выгодно, и для того, чтобы сделать для вас, вот знаете, какую пользу, чтобы вы отдыхали систематически, потому что люди как отдыхают? Придут, купят, потратят деньги на дорогую какую-то путевку, возьмут все кредитные карточки с собой, все обнулят, и потом 2-3 года никуда выехать не могут, потому что им нужно расплачиваться по кредитам, а кредиты – это хорошие проценты для банков, да, то есть вы таким образом просто содержите банки. Здесь другая система, то есть вы, наоборот, откладываете, и ваши деньги вот таким вот образом увеличиваются. И для того, чтобы вы путешествовали регулярно, компания первый год дает вам возможность как бы снять на покупку круиза всего 60%, но это тоже, это гораздо больше, чем вы положили. На второй год уже 70%, на третий 80%, на четвертый 90%, на пятый год 100%. Вот таким образом как бы объясняется политика выгодно. То есть компании должно быть выгодно. Если компания просто раздает деньги налево и направо, ну, согласитесь, это может закончиться. И мы таких случаев знаем очень много. Да? То есть людей привлекают тем, что якобы мы вам вот сейчас подарим много-много денег, приходите. Люди приходят, приносят, а потом уже деньги куда-то испаряются. Да? Вот для того, чтобы экономически выгодно было в первую очередь компании, во вторую очередь партнерам, которые с ней сотрудничают, у компании есть такое правило. Мы его озвучиваем, а это уже ваше дело, соглашаться или нет. Наше дело вам просто рассказать и донести о такой возможности. Итак, хотели бы увидеть вы страны, которые вот там были обозначены, это Америка, там, я не знаю, Канада, Австралия, Япония, Китай, Аргентина, ну все что угодно, да, хотели бы увидеть эти страны, а причем абсолютно бесплатно. Я думаю, что, конечно, хотели бы, но бесплатно, я думаю, 100% людей точно бы хотели, значит, их увидеть совершенно бесплатно. Что же для этого нужно сделать? Для этого нужно стать партнером. Для того, чтобы стать партнером, вам нужно оплатить вашу лицензию, ваше партнерство, вашу франшизу. Можете как угодно это называть, но это право сотрудничать с компанией. Стоит это очень недорого, поверьте. Сейчас я покажу следующий слайд, вы удивитесь, насколько это недорого. Давайте сначала поговорим о том, что же вам это даст, партнерство. Во-первых, вам это даст возможность совершенно бесплатно путешествовать. Вы через какой-то период времени, пригласив всего
5 человек, вы вообще не будете больше вкладывать эти 100 долларов. Вы будете получать просто 200 круизных, но класть уже на счет вы не будете. Вот такая привилегия у партнеров, поэтому это действительно очень выгодно стать партнером. И мы даже предлагаем просто нашим туристам все равно иметь вот это партнерство, потому что, ну, все равно этот турист, он не поедет один, он возьмет жену, он возьмет маму, он возьмет сестру, там, я не знаю, детей, взрослых и так далее. То есть у него большая семья, ему выгодно иметь партнерство для того, чтобы вот эта семья, эти члены семьи стали уже как бы просто членами, да, тогда он получит привилегию абсолютно бесплатно ездить. Ну и самое интересное, что если вы это 4 месяца удержите, то вы будете тратить 100% ваших круизных денег, а это уже огромная привилегия. Кроме того, у нас партнеры еще и зарабатывают деньги, поверьте, да, реальные деньги они зарабатывают, и вы можете зарабатывать их совершенно очень, ну, моментально, да, то есть очень-очень быстро, буквально там, я не знаю, в первые дни, да, вы можете их заработать. Вы можете также иметь пассивный доход, ну, о пассивном доходе мечтают абсолютно все, вот, кто-то вкладывает в какие-то безумные вообще проекты, не имеющие вообще, ну, даже вот, как бы, да, никакой почвы вообще под собой, да, но люди настолько хотят пассива, да, что вот они несут туда эти деньги, не задумываясь, чем это все закончится. Так вот, у нас не надо нести никаких денег. У нас вы должны просто активно работать, быть активным партнером, приглашать людей в клуб, это и есть наша работа, и таким образом будете иметь пассивный доход. Ну и лидерские ранги получать, да, получать звезды, получать значки, получать признание, стоять на сцене, да, когда вас награждают, это очень классно. Ну и, конечно же, хорошие деньги получать, да, вот то, что вам даст лидерство, если вы начнете вот правильно работать. Итак, три варианта входа у нас есть, то есть вы можете быть и членом, и партнером одновременно, можете оплатить 100 долларов членства, 195 партнерства, вместе это 295, и стать уже полноправным и членом, и партнером. Вы можете, конечно, просто быть партнером, это совершенно невыгодно, потому что будете приглашать членов клуба, но при этом вы не будете иметь ни пассивный доход, а при этом вы не будете никогда иметь бесплатного членства. Поэтому это, ну, он существует, да, но как бы он совершенно невыгодный. Ну, и есть еще просто членство, то есть есть некоторые люди, которые могут категорически отказаться, например, от входа партнерского, да, они скажут, мы только путешествуем, у нас такие есть, например, муж с женой, они просто копят, причем они находятся как бы в первой линии у как бы партнера, да, то есть рядышком стоят параллельно, и даже не захотел один из них купить партнерский пакет, чтобы, допустим, жену подписать под себя. Ну что, это их право накапливать и путешествовать. Вот, собственно говоря, три входа, да, вы поняли, я думаю, 295, 195 и 100 долларов здесь уже раздельно. К чему я вас сейчас призываю? Я призываю вас к тому, чтобы вы серьезно рассмотрели наш проект, нашу компанию, наш клуб, да, чтобы вы все изучили, чтобы у вас не было никаких белых пятен, да, то есть вы абсолютно должны знать все. И только после этого вы должны принять решение, потому что просто вас сюда там заманить, вас никто не будет заманивать. Вы неинтересны, как если вас только заманить. Вы должны понимать систему, вы должны понимать ответственность свою, да, что если вы вошли сюда, либо вы работаете, либо вы оплачиваете, раз вы как бы хотите путешествовать по выгодным ценам. Вот, поэтому, пожалуйста, вот имейте это в виду. Разберитесь. После этого, конечно, после того, как вы разберетесь, я уверена, что вы вступите в наш клуб, потому что у нас очень интересное предложение, коммерческое предложение, да, и что вам остается сделать? Дальше вам нужно пригласить в наш либо бизнес, либо просто в члены клуба 5 человек и, собственно говоря, стать сначала бесплатным членом клуба, ну, а потом и выйти уже на хорошие доходы. Как вы можете выйти на доходы? Если только будете строить команду. А если, допустим, открывается какая-то фирма, какая-то компания, с чего начинает директор? Ну вот просто, да, вот вы решили фирму сегодня открыть. Пошли, зарегистрировали, сняли офис. Вот с чего вы начнете? Вы начнете с набора грамотных профессиональных сотрудников.
самые грамотные, профессиональные суперсотрудники потребуют очень большой зарплаты. Да? Поэтому у вас есть два варианта. Либо заплатить очень большую зарплату и получить суперпрофессионала, либо найти тех людей, которые как бы что-то умеют, но их обучить самому. Вот здесь у вас, собственно говоря, конечно, второй путь. Вы находите людей и обучаете их. То есть ваша задача обучить. Даже если он суперпрофессионал в какой-то другой компании, ему все равно нужно спуститься как бы вниз, да, на ступеньку ниже и начать что-то изучать и в чем-то становиться профессионалом. То есть просто профессионалом прийти он сюда не может. Ему нужно много учиться, осваивать, изучать продукт, нужно изучать компанию, нужно изучать инструменты, которых у нас предостаточно. Вот, и у нас есть подарочные инструменты, компания не берет за это деньги. Вот буквально вам повезло, буквально вот с 1 января. Ну и как только вы построите свою команду, конечно, вас ждет действительно великолепное будущее, потому что серьезное развитие, очень интересное. И 3 года – это такой маленький срок для компании, которая пришла на долгие годы, и она доказывается, в общем-то, право на существование, потому что очень многим людям она дает такую совершенно новую счастливую жизнь. Вот, так что на этом я заканчиваю. Спасибо вам, что вы присутствовали. Спасибо, да. Все, спасибо вам большое.